Свой юбилей Вера Шибалова отмечает по-учительски, как открытый урок, посвященный ее профессиональному и жизненному пути. Работать учителем начала в родном Семипалатинске 16 лет. Сначала педагогом начальных классов, затем директором двух школ. Руководила она и Домом пионеров в Сочи, а после стала заведовать городским управлением образования и науки и являлась депутатом городского собрания Сочи. Находясь на заслуженном отдыхе, Вера Шибалова продолжает вести активную общественную жизнь. Педагог с 59-летним стажем – это гордость нашего города. Ей сегодня 90 лет. Вера Андреевна остается активным участником всех социальных событий города. Она активно работает в общественной организации «Герои Отечества». Она награждена высокими государственными наградами за свою трудовую деятельность. Среди них орден Трудового Красного Знамени и знак города Сочи, почет и признание сочинцев. В день рождения рядом, как и всегда, друзья, коллеги, самые близкие и родные люди. Все они высказали самые теплые слова и пожелания. Кстати, дети Веры Андреевны тоже избрали учительские профессии. Дочь Валентина Гарьевна – учитель истории, сын Борис Гарьевич – директор 13-й школы. Главное, наверное, забота моей мамы, которая успевает не только заниматься в обществе ветеранов, героев Отечества, ходить по школам, выступать перед пионерами, но еще и вот находить минуту для каждого ребенка, который есть в нашей семье. А семья у Валентины Андреевны большая и дружная. Как своим детям, так и всем сочинцам заслуженный учитель и наставник говорит самые важные пожелания. Живите, трудитесь и родину любите. И пусть поколения, которые будут, и те зерна, которые вы посеете, взойдут золотым колосом, а не чертополохом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.